Серега, еще лагает. Так. Я хз, у меня сам офигеть, что так лагает, мне прям назад включить. У меня уже не лагает. Сергей, поздоровайтесь с ADC. Поэтому я сегодня взял себе сим-карту от Orange. А понятно, легко уже от нас ушел. Генератор рядом вообще-то. Как бы внутри может быть. Да, он взял эту хуйню. Ой, я слышу. Она уже поет. Колыбельница. Я все рядом с вами. Да блин, не крыкай, карпуша. Все, чиню. Себе кто-то брал, сломайте этот сраный крюк. И тут генератор рядом. Да крюки можно не ломать, в них нет смысла, время трат. Это уже не модно. Модно? Понял. Опа-на, это интересно. Это интересно, кто сейчас сделал. Летели бум. Закрой ты его скорее. Она поет. Она идет. В смысле, она, это я. Ой, она. А кто это такой? На тебе в лесо. А ты что не флешишься? А, да, я флешусь, но я просто примерно предугадал, куда ты пойдешь. Да, это... Да я давно еще понял, я так и думал, что он его возьмет. Ну я так и тебя и знал! Я тебя узнал! Это ты! Не подходи ко мне больше! А, тебя уже отпрячили, да? В смысле, куда он пошел? Да никуда я не ушел, я здесь. А ты где? Я тебя не вижу. Так и не надо меня видеть. Тебе это не пригодится. А как мне получить больше топоров? А, с меня кровь ящик надо тебе открывать. Ты ему еще лучше бы рассказал. Ну, шкафы. Да зачем ты мне рассказывал? Кто-то ошибся. Понял, уже не возле меня. Уже не только возле меня. А я жить хочу, Серега, Сань. А он меня потерял, кстати. Кстати, по-моему, он меня тоже потерял. Если бы чем не надо, будет прекрасно. Знаете об этом? Да не, Серега, не пой. О, топорик. Чё, Серёга, ты чё, ты подряд будешь, что ли? Да, ничего, пахнет. А, ты блин. Вы здесь не нашли ещё генератор, который дает? А, в смысле? Один генератор уже починил? Нет, значит, изначально 4, да. А, о-о-о! У меня вопросик. Да, какой? Ты давай, Серёга, только не дури. Тебе это не пригодится в жизни! Тебя опять это кто? Что-то мне подсказывает, что он ко мне идёт сейчас. Тебе подсказываю, что я сейчас... Мне что подсказываешь, что я очень плохой маньяк? Ну это тоже подсказывай. А, да? Чините геники. Ой! Не-не-не! Ага! Попал? Нет! Ну, попал, не надо! Тили-тили-тили-бум. Пацаны, я там немного генератор починю в одной стороне. Так-то. А, спасибо, кстати, напомнил, я его сломал. Только я кост не ломай. Только я кост... Ты не напомнил, не... зря просто. Мне нужна помощь. Зря ты напомнил, нет, Серега, да? Я не тот чиню, о котором ты думаешь. Дайте мне жизнь, пожалуйста. Мне нужна аптечка, а то я теку. Вы там его видите вообще? Нет. А ты, кстати, меня видел, да? Ты меня видел? Нет. Не, я просел. Всех. О, красавчик. Как вы меня напугали, кто не пошли ко мне, со мной пошли. Пошли, вон, тихо. Вова. Да. Он поет, вон он, видел его слева. Я вас Вова, тоже. Беги, Боба, беги! Конечно. О, он еще и мазила. Да, я заметил. Ай, мазила. Понял. С первого я раза. Я чувствую, закончился. А нет, не закончился. О, подобрать. Сейчас я приду. Пойди. О, сейчас я тебя сниму, подожди. Я только давай, давай. Зря ты это сказал. Только давайте без кемпа после. Фейскемпа. Только не пытайся выбраться, не пытайся выбраться. Чтоб у тебя у нас было больше времени тебе помочь. Опа, он кемпит? Там просто 4%, что ты можешь выбраться. Вов, кемпит, нет? Давай, ну. Я его не вижу. Ты свободен? Кто там генератор запланил? Ой, я запланила что? Да зачем, я же говорил, зачем это делать было? Чё? Согласен. Ну зачем вот это вылазить было? Опа-на, кто это? Сева? Что? Это ж ты. Давай, иди ко мне. Где? Ты о чем?
Я только что видел тут кровавый след. Снимайте было было, нет? Сняли? Если. Я бы немного, я бы отвлек сейчас. Промазал. Мигеньки завели, нет? А он за мной бегает. Уходите, Серега, уходите, Серега. Совсем. Промазал еще раз. Ты же... Ни одной палетки, серьезно? Угу. Ты там это, не ходи, пожалуйста, тут. А он за мной бегает. Промазал. Не промазал. Ну, у меня тут ни одной палетки вообще, это неадекватно. Понял, принял. Ни одной палетки. Давайте. Тут были? Так, все, я отхилился. За мной бежит. Ты попробуй оторваться, она тебе будет цепить и отхилить. Ага. За мной до сих пор бежит. Чините геники. Ты ничего время. Не вижу, Серега, все нормально. Чините геники, да и время. Она меня сейчас просто повалит. Я вас сейчас пытаюсь Сева найти. Ага. Да вы б генераторы видео, лучше видео. Бы чинили, ага. Опана. Не-не-нет! Ты, Серега, ну шо ж ты такой? Я там погиб генератор, который я там со мной, на это. Да Сева, ты еще можешь лучше говорить, чтобы он еще слышал. Сева, не рыпайся. Уходи, уходи. Не рыпайся. Кстати, починка генератора занимает 80 секунд. Я так держу в курсе просто. Хорошо. Этот самый, который там. Открыть выход 50 секунд. Он ушел в противоположную, и можешь еще Гэндальфа. Что такое случилось? Да так. Не иди. Там кто-то генератор только что. А это можно как-то сломать еще? А зачем ты его ломаешь, его почти починил? Так моя-то задача. Прячься. Давай быстрее, он с той стороны, где ты. У меня проблемы с персонажем небольшие. Мыслишь. Я вижу его. Он опять мой генератор сломал, Серега, ну ты совсем. Я шел только починить. А это идите похильте. Да он убежал от меня куда-то. Кто убежал? Бу. Так, а у меня есть кое-какие билки. Че не вот с ним? А, ой. Там уже он включен, наверное, сейчас. А че он возник? Тихо! Где палетка? Да как палетки нет, кто ее сломал уже? Уже использовали. Зачем? Сева, у тебя же там сколько осталось? Вторая сейчас? Какая тебе разница? Ну да так, интересно. Вова, ты че делаешь сейчас? Ты понимаешь, ты меня из-за этого заменяешь. Опа, да! Занимался какой-то фигней! Вова. Знаешь, что это скажу? Ты это зря я только что-то. И... Илюха тоже. Чем? А да так, идёте снимать просто сел. А, ты сейчас посмотри, что сейчас у меня. А, беги! Понял. Принял. Серега, не дри. Беги быстрее, он с тобой прям бежит. Я с вас балдею, пацаны. Я ничего не смогу сделать. Он слишком Сева, быстрый. Ты это третий раз твой, да? Дай шанс. Да, он Серж, что ты зажал нам? И так сложно втроем играть. В смысле зажал? Это мой первый. Так все равно тебе ничего нет за эту игру не дают, мы уже играли просто. Да. А ну тебя... Где Вова? Все, один минус. Я вижу. Вова. Можно спросить, куда ты убежал? Ну, упал, вот точнее. Вот. Не могут далеко. Даже лежачие могут убежать далеко. Могут, но... Илюх, мне нужна помощь. Не понимаю. Я гений к чиню. Да, Илюх хочет починить последний генератор и сбежать без тебя. Ну, он тут ходит прям около генератора. Не... Это капец. Я другой чиню вообще, да. Ну, красавчик. Не, просто говорю, он прям около вот эту прям где. Опа, а что я нашел. Давай другой чини. Да. Ну, вы знаете, что я только что нашел?
Ты его поднимаешь, да? Нет. Я генератор чиню, сказал. Я потом вот он, забыл. Вот, вот он около этого генератора, который почти починенный. Где я тебя слышу? А. Я тебя пропустил. Пропустил меня, да? Пойдем со мной. Только не рыпайся, пожалуйста. Мне из этого сложно ходить. Не переживай, мне сложно. Видишь. А. Ой, почему-то сразу. Илюха, ты последний. Че? Илюха, люк открыт. Я себе знал, где он. А я знаю. Да давай покажи, я разойдемся. Сейчас его еще закроют. Угу. А я могу закрывать люк? А, да. Я могу закрыть люк. А здесь я... Включу генератор из-за этого, да? Да. А где же может быть Илюха? И какой ты активировал? Что? И какой ты нажал? Что? Ясно, ты в другом конце экрана. Который открывается. Илюх, давай не надо. А мне не успеваю. Еще не свалил, ты посмотри на меня. Красота. Подожди, 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 подожди. Ага, у меня один выстрел. Топор под тебя. Все прекрасно.